Кристоф пробил неудачно. Скажем так, корпус держал прямо, поэтому мяч срезался с ноги. Гол! Отлично, молодцы. Вот это удар. Хорхе Кампос положил в дальний угол мяч. И человек подбадривает своих. Давайте вперед. Ну теперь что ж, теперь один гол остался забить. Но Добанович, по-моему, проспал этот удар. Хотя мяч для вратаря был сложенный в дальний угол. Притирку со штангой смотрим. Посмотрите. Из-под защитника. Из-под защитника. Добанович сместился, по-моему, вправо слишком сильно. И поэтому не среагировал. Не достал мяч. Отличный удар.